Рекордный штраф в 12 миллионов форинтов, что составляет около 32 тысяч евро, наложен Венгрии на сеть киноторговли «Лира» за продажу книг гомосексуального содержания ненадлежащим образом, не завернутыми в прозрачную пластиковую пленку. «Лира» считается крупнейшим конкурентом, принадлежавшей государству компании «Либри». Речь идет о комиксе «Элис Осман» «Heartstopper», в котором рассказывается об истории любви двух мальчиков. По словам креативного директора «Лиры», в так называемом законе о защите детей много неясностей, поэтому сложно требовать от ритейлеров соблюдения закона. Руководство «Лиры» заявило, что будет использовать все имеющиеся в распоряжении законные средства, чтобы опротестовать это решение и добиться его отмены.